Всем привет! Вы на канале Криптобум, где мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IEO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Пульс. Пульс – это ведущий поставщик улучшенного медицинского обслуживания с искусственным интеллектом, основанный на сети Polkadot. Одна из самых больших проблем в области медицины и здравоохранения заключается в том, что методы лечения, лекарства и медицинские технологии быстро меняются, и, к сожалению, лишь небольшая часть населенного мира может идти в ногу с последними достижениями в этой области, даже среди тех, кто живет в различных странах, развитых странах. Чтобы обойти это, Пульс будет накапливать новейшую диагностическую и фармацевтическую информацию и объединять ее с экспертными знаниями со всего мира, дополнительным искусственным интеллектом, что показывает самую современную медицинскую помощь одинаково для всех. В прошлом любые собранные медицинские данные были уязвимы для изменения с рядом негативных последствий. Например, данные могут быть изменены в больницах для совершения мошенничества со страховкой, или искаженные данные при агрегировании могут привести к опасным выводам при испытаниях лекарств и других исследовательских проектах. Данные, хранящиеся в цепочке блоков, имеют временную метку, криптографически запечатаны и неизменяемы, и любые ретроспективные изменения очевидны сразу. Таким образом, использование технологии блокчейн оставит фальсификацию данных в прошлом. Децентрализованный характер блокчейна гарантирует отсутствие единой точки отказа, которая может нарушить механизм создания, обработки и доступа к данным. Информация, которая доступна 24 часа на 7. Использование смарт-контрактов для автоматизации административных процессов, таких как выставление счетов, выдача и заполнение рецептов, подача и получение страховых требований и многое другое, обеспечит повышение эффективности для всех практикующих врачей на платформе за счет устранения нескольких посредников, занимающихся поиском ренты. Технология блокчейн позволяет проверять данные. Обратите внимание, что учитывая конфиденциальность медицинских данных, фактическая информация о пациентах в настоящее время хранится с использованием безопасной, зашифрованной и устойчивой к стихийным бедствиям инфраструктуры. В цепочке блоков будут храниться только хэши данных, однако это достаточно для проверки подлинности. Давайте посмотрим, почему именно сеть Polkadot. Пульс использует экосистему Polkadot, чтобы обеспечить возможность запускать несколько цепочек параллельно. При этом каждая транзакция обрабатывается параллельно, что обеспечивает более эффективную масштабируемость. Polkadot разработан, что позволит приложениям и смарт-контрактам беспрепятственно взаимодействовать с данным и активными в других цепочках в единой цепочке блоков. В экосистеме Polkadot безопасность централизована в сети, а это означает, что отдельные цепочки могут использовать коллективную безопасность без необходимости начинать с нуля, чтобы получить поддержку и доверие. Будет большая эффективность по сравнению с другими механизмами консенсуса. Революционное медицинское приложение Pulse Pocket будет разработано для поддержки здоровья пользователей во многих аспектах. Pulse Pocket будет легко связывать индивидуальную медицинскую информацию и медицинские записи и предлагать рекомендации по здоровью, которые лучше всего соответствуют их состоянию здоровья, одновременно служа для накопления и интеграции медицинского опыта, знаний и медицинских записей. Возможно, именно Pulse сделает революцию в мире медицинской науки, медицинских исследований, сделает все честным, прозрачным и безопасным. На этом обзор мы закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо, всем пока!